проекте, то видео. Вот сейчас будем тестировать новый электровелосипед на 500 ватт. Батарейка у него на 36 вольт. Как ни странно, он вваливает на все 60, наверное, по ощущению. Потому что максималку человек говорил, что 50, как бы он с помощью педалей как бы он поддерживает. Ну и там у него стоят очень хорошие элементы. Вот, они высокоемкие. Вот, и у них большая такая отдача получается, и они классные. Вот мы поставили на этот велосипед данную батарею в кейсе. Заметьте, в герметичном выразе. Ох ты! Это 36 вольт. И это, ребята, 36 тянет вольт. Очень бодро. Да. Я сам замечал, сам катался, блин, тяга. Вот что значит хорошие элементы, Grand A. Да. Вот, Samsung Q30. Ну, если был бы Direct Drive, он бы так бы не тянул бы, точно. Да. Потому что у него есть редукция, а она как бы именно нам дает тягу. И ушел в закат, да? Как вам? Нормально, отлично. Скорость сейчас не знаю какая, но до 50 уже разгонял. Ух ты! Скорость, скорее всего, накат при помощи педали. Но все-таки, ну без педали, наверное, 35-40 будет. В горочку пошли. Пробочка. Разворот. Это не очень спокойная улица. Да, у нас тут, ну, центр Москвы, Сокольники, тут всегда так это. Еще двухполоску пустили. Да, еще поворачивают, разворачиваются, будет народу пустили. Ну, вообще, как подрыв? Нормально, нормально. В принципе, что ожидал, как раз то и получил. Под жопу дает? В меру. В меру? Как раз достаточно того, чтобы его легко удерживать. Ну и славненько. То есть плавно, но... Ну, давай. Я думаю, что больше полтинника, наверное, уже скорость, наверное, так она уже небезопасная. Ну, в принципе, это уже нужно мотороллер тогда. Это уже не велосипед. Да. Как-то. Ну, кстати, по батареечке спросим у нашего электрика. Паш, привет. Здравствуйте. Батареечка на элементах Samsung, очень хороших, Q30. Угу. Вот. 10S, 4P, 36 вольт, 12 ампер час. Вполне достаточно для хорошей скорости и для долгого катания. И симметричная БМС-ка. Симметричная БМС. Да. А Михаил сегодня у нас еще поставил сюда... Да, мы сегодня доделали недоделку, поставили вот такие вот офигенные пластиковые крылышки. Вот. Тут у него на вилке есть специальные хитрые крепления. Вот. Получается, усы я подогнул. И болтами с пятерочками их поставил. Все идеально, ничего не болтается, не люфтит, все зашибись. Это металлопласт, да, у нас? Так точно металлопласт. Да, они как бы ломаются, они легкие. Не ржавеют. И не шумят. Да, и бесшумные весьма. Вот такая у нас лялечка. Батареечка. Контроллер в этом отсеке, в этой сумочке. Все так удачно, удобно, эргономично. Максимально, я считаю. А, и вот он. Моторчик у нас стоит здесь. Вот он, хусик. Тип редукторного. Да, красавчик. И заметьте, это софтейл. Ух ты. Это стоят упругие элементы. То есть, если мы так сейчас не нажмем, то, видите, она сжимается, разжимается. Обалдеть. То есть, получается, у нас как бы перья, они как бы имеют некий флекс, то есть, как бы оно играет. Вот, а здесь, получается, у нас есть как бы вот такой вот упругий элемент, который доставляет удовольствие. А вот это что такое, вот это вот? Псевдо-двух подвес фактически. Ну, это, видимо, оно в них упирается, получается, и как бы вот оно работает. Вот как бы. А, упоры, да, верхние, да? Да, и получается вот такая система интересная. Вообще, правда. Прям как THS какой-нибудь, там, не знаю. Ага. А тормоза штатные, да, у нас стоят? Тормоза у нас стоят здесь шимановские. Старые, добрые шимано гидравлика. Кстати, тоже штатная система. Ну, естественно. Поставили на него усилитель для страховки. Вот он, усилочек. Модель 400 годных у нас там уже не было этого. Поставили новые колодки на тормозные. Все настроено.
все отложено, то есть байк полностью готов будет. Ну что, механик, прокатишь? Давай прокатимся. Конечно же. Сам собрал. Поехали. Итак, Михаил Лебехов. Обгони вот эту машину. Да. И он умчался вдаль. Эх, закат, солнце. Красиво. Слушай, да, Паш? А Пашка у нас рэпер. Слушайте мои треки. У него пару песен обалденных есть. База треков. Вот у нас Михаил. Нормально так. А с рубашкой развивается на ветру. Сам сильно возвращался. Да. И что мы скажем? Максимально тяжелый велосипед, максимально комфортный. Да, у него посадка не чоперная, довольно спортивная. То есть как бы ехать на нем очень приятно. То есть как бы такой классный велик для езды по городу. Да, я быстро заметил. Что тоже неплохо. Ну, очень удобно, очень кайфово. Рекомендую. Очень такая получилась. Интересная конфигурация. Вот как бы сочетание мотора и данной батареи. То есть как бы чисто вот так на большой запас хода с не сильно, ну как сказать, она не сильно. То есть вот сейчас он ехал где-то по ощущениям, ну, 35-40, как ушел на моторе чисто. Но зато данная батарея, она получается довольно-таки подыграющая, то есть у нее будет большой запас хода, что тоже немаловажно в наше время. Теперь будет быстрее доезжать до работы. Спасибо.